Чудеса случаются не только в сказках. Это твердо знают те, чьи мечты стали реальностью благодаря всероссийской акции «Елка желаний». Депутаты Рязанской городской думы исполнили желание воспитанников Касимовской и Лесно-Конобеевской школы-интерната Шацкого района, которые написали письма Деду Морозу. Акция проводится в преддверии Нового года. Мы так рады выполнить эту миссию, стать для каждого малыша, который вот письмо мы получили, именно таким Дед Морозом. Очень хочется, чтобы вот все, наверное, мечты всех детишек выполнялись. Мы по возможности стараемся исполнить все, что к нам приходит. Хорошая традиция, депутаты активно в ней участвуют, исполняя совершенно различные просьбы. Каждый год мы открываем конверт и думаем, так, какая еще будет невыполнимая задача для нас. И очень приятно ее решать. Пусть они будут, наши дети, здоровы и счастливы. И всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Среди множества подарков, приобретенных депутатами Рязанской городской думы, в основном детские игрушки, настольные игры, телефоны. Все подарки именные. Пакеты и коробки были переданы волонтерам, которые в ближайшее время доставят их маленьким адресатам. В акции принимают участие волонтеры 7 рязанских вузов и проекта взаимопомощи «Мы вместе». И, конечно же, большая радость дарить праздник в эти дни всем детям Рязанской области, и особенно тем детям, которые лишены родительского тепла под Новый год. Всероссийская акция «Елка желаний» продлится до 25 декабря. За это время мечты сотен мальчишек и девчонок должны стать реальностью. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».